Почти 50 тысяч жителей Самарской области считают День химика своим профессиональным праздником. Тольятти можно назвать столицей химической промышленности региона. Именно в нашем городе выпускается 70% всей нефтехимической продукции, которая экспортируется в десятки стран мира. А химические предприятия губернии занимают лидирующие позиции по выпуску самых разных продуктов среди европейских и мировых компаний. О большой химии расскажет мой коллега Иван Шумилин. День химика в нашей стране отмечается уже более 50 лет. Это профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. Ежегодно по всей стране сотни тысяч человек отмечают этот день. В регионе на предприятиях Химпрома трудится почти 30 тысяч человек. Они производят пятую часть продукции всего региона. Изделия экспортируются в десятки стран мира. Сегодня большая химия – важнейшая часть промышленного развития Самарской области. Химические предприятия губернии занимают лидирующие позиции по выпуску самых разных продуктов среди европейских и мировых компаний. В культурном центре «Автоград» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню химика. В начале вечера работников большой химии с помощью видеообращения поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В прошлом году, несмотря на трудности, вызванные пандемией, вы смогли в кратчайшие сроки мобилизовать производство, подстроиться под ковидные реалии, обеспечить реализацию национальных проектов и экономическую стабильность губернии. Искренне вас за это благодарю. От всей души желаю вам новых трудовых успехов, производственных рекордов, счастья и, самое главное, здоровья. С праздником вас! Также всех собравшихся с Днем химика поздравил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Конечно, хочу с удовольствием поздравить всех работников химической, нефтехимической промышленности с профессиональным праздником. Вы создаете мощный фундамент для развития самарской экономики, региональной экономики. Предприятия химической промышленности находятся во многих городах Самарской области. Это, безусловно, Тольятти, где настоящий такой кулак собран химических предприятий. К многочисленным поздравлениям присоединился глава Тольятти Николай Ренц. Работников химической промышленности, вот Виктор Елизарович подсказывает, и нефтехимической промышленности, это для Тольятти особый день, как и день машиностроителя, потому что Тольятти – город большой химии, и начиналось все самое серьезное развитие Тольятти после строительства Волжской ГЭС именно с химии. И многие люди, приехавшие в Тольятти, сделавшие его своей родиной, это те, кто приехал строить химические предприятия. А лучшие из лучших в этот вечер получили награды за свой труд и достижения. Заслуженный работник химической промышленности Самарской области присвоено Крюкову Александру Васильевичу, советнику общества с ограниченной ответственностью Тольятти Каучук. Среди награжденных сотрудник Тольятти Азота Валерий Николаев. Валерий Вениаминович – старший оператор цеха номер 3 производства аммиака. Он удостоился награды «Заслуженный работник промышленности Самарской области». На ТУАЗе трудится почти 40 лет. Конечно, приятно, что отметили, так скажем, что вручать собираются награду. Жду. В этот день Валерий Вениаминович также поздравил всех своих коллег. Ну, всем, конечно, желаю здоровья, желаю того, чтобы каждый нашел свое место в жизни. Сегодня Тольятти Азот – крупнейшая корпорация химической промышленности в России. Мощность предприятия позволяет изготавливать 3 миллиона тонн аммиака и почти миллион тонн карбамида в год. Без продуктов химии не обходится ни один человек на земле, мы в том числе, поэтому всем нам здоровья, благополучия, безаварийной работы. Ну и, конечно, вот в этот непростой период для всей страны здоровья, здоровья, еще раз здоровья. День химика – это действительно праздник не только для работников отрасли, но и для всех тольяттинцев. Иван Шумилин, Евгений Черемин. Новости Тольятти.